Всем привет, дорогие друзья, с вами Смит, и сегодня мы играем в Майнкрафт на версии 1.6.4 в Skyblock. О, да, ребят, карта Skyblock. Вы только себе представьте, я буду выживать на Skyblock'е. Тот, который себе дом даже нормально не может построить. Хотя нет, в плане архитекторства я нормальный. Ну, дом. Думаю, у меня коробка, но... Я же... Нет, потерял. Но я архитектор. Ребята, действительно, это Skyblock. На нем выживать мы будем. Что еще добавить? Ничего добавить. Немножечко о Skyblock'е. Skyblock. Господи, извините за мою дышку. Я просто бегался. Набегался. Skyblock это... Такая игра, там, где надо тупо выжить. Это важно. Ну, в принципе, и все. Берешь, выживаешь на Skyblock'е, в принципе, им больше ничего не надо. Так, сейчас я хочу посмотреть на FPS при записи. В принципе, FPS-ка нормальный. Жить можно, по крайней мере. Так, мы продолжаем. Рубить дерево. И главное, чтобы выпал росток. Росток. О, блин. Я душу микрофон, вам это нравится. Наверное. Юра, успокойся, собака моя. Так. Ну-ка. И. Нет! Черт! Звуки потише. Нет, еще тише. Вот так вот. Нормально. Все, есть росток, слава богу. Еще второй росток. Вот это вообще зашибись. Так, сейчас мы видим лед и лаву. И я забыл, как же с ней управляться. Так, у нас один шанс. В принципе. Так. Вот так вот. Не-не, вот так вот и вот так вот. Хорошо. Так. И если тут лаву поставим. О! Есть. Так, теперь мы берем. Да, кстати, я поменял себе скин. Теперь у меня скин, как у Адама Томаса Морона. Правда, я немножечко его подрисовал. Ну и ладно. Так. Сейчас мы крафтим себе первую. Кирку, achievement, thank you. Теперь, ой-ой-ой, тихо, испугался. Теперь берем и копаем. Генератор булыжника очень прост. Настолько прост, что мама дорогая. Так, ой-ой, минус. Так, ну все, можно теперь тут просто стоять и копать булыжник. И все, больше ничего не надо. Вот тут вот будем стоять, чтобы 100% булыжник взялся. Хорошо. Так, и 10-й. Хотя нет, давайте добьем еще чуть-чуть. Так, хорошо. Еще давай. Нормальненько так. Угу. И вот так вот. Все, думаю, довольно хватит. Теперь мы скрафтим первую нашу печку. И крафтим кирку. Также не забываем. Нас чуть-чуть сильно прервали. Ну и ладно, в принципе. Так. Я уже сделал тут меч-кирку, ну, все как по фану. Сейчас мы еще сделаем сундук. Вот, все, большой сундук, это хорошо. Так, ведро, меч. Пока что сюда все сложим. И еще раз копаем. Черт, нормально. Да елки-палки, хватит.
Хорошо. Для скайблока пока что этого достаточно. Так, тут у нас уже лава идет. Мы тут уже не должны копать. Даже не обязаны, вот так вот скажем. Так, в землю экономим. И сейчас мы чуть-чуть, благодаря булыжнику, вот такой вот у нас будет домик. Ну, думаю, копать булыжник вам будет неинтересно, поэтому я его накопаю, да пока не сломается у меня эта кирка. Ну, я вернусь к вам тогда, когда у меня сломается кирка, и я накопаю булыжника. Так, у нас уже сломалась кирка. Вот сколько мы булыжника накопали, это довольно-таки быстро, скажу вам я. Вот так вот. Ну и сейчас мы должны посадить ростки. Я их не посадил, вот дурак. Так, и тут. Все. Теперь... Черт, я булыжник не взял. Так, возьмем один стак пока что. Этого пока что нам хватит вполне. Дабы сделать наш первый домик. Ну как первый? Просто домик. Черт. А, мышка, успокойся. А, блин, с такими мышками я бы еще не возился. Так. Заметьте, я не прописал Game Rule Keep Inventory. Просто ради прикола не прописал его, чтобы все было по хардкору. Сложность, как у меня, легкая. Поэтому все будет хорошо. Ага. Черт. А, тё, слава богу, я испугался. Так, продолжаем строить наш дом. Ачивки я пока что не буду выполнять, но хотя я сейчас выполняю уже две из них. То есть это я сделал вот такой вот... автоматический, не автоматический, ну как сказать, генератор булыжника, строю себе домик, то есть я выполняю пока что ачивки, что хорошо и не может не радовать. Так, еще возьмем булыгу, возьмем уже всю булыгу, потому что нефиг мелочиться, собственно. Так, еще. Думаю, домик у нас будет небольшой. Примерно вот такой вот. Блин. Надо, чтобы и вы меня слышали, и я. И мне было бы удобно с микрофоном. У меня новый микрофон, кстати говоря. Надо будет проверить, насколько меня плохо слышно. Может быть, даже меня хорошо слышно. Но я этот микрофон просто не удовлетворяю. Что ж, сейчас мы будем опять генерировать булыжник. Как же это весело. Очень весело. Ладно. В таком случае мы сейчас все сделаем остальные инструменты. Как раз надо будет. Лопаточка. Так, что дальше? Топорик. Вот так вот. И. Я забыл. И. Мотыга. Точно. Тяпка у нас есть. Все. Тяпка есть, ума не надо. Сложим все вещи. Ну и на этом закончим пока что. Серия довольно-таки нормальная. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайки под этим роликом. А с вами был Каракхак. У меня ник новый Каракхак. Не знаю почему. Всем удачи, всем пока.